В преддверии Дня защитника Отечества в стенах исправительной колонии ЕС-164-1 прошел конкурс «Жигит Султане». Осужденные являются постоянными участниками общественной жизни, ведь за проявленную активность они получают поощрение. Это ключ ко многим привилегиям, в том числе к условно-досрочному освобождению. Юрию Бердюгину 19 лет. Стихосложением он занимается с 4 класса. По словам Юрия, стихотворения даются ему легко благодаря хорошей памяти. Находясь в неволе, парень сохраняет любовь к творчеству. Сегодня на суд жюри и зрителей он вынес выразительное чтение стихотворения Кайрата Рыскулбекова «Актык сөзі». Принимаю активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся в данном учреждении. За данный конкурс я бы хотел поблагодарить администрацию учреждения, ведь данные конкурсы помогают нам оттолкнуться от повседневных дел, узнать друг друга ближе, а также сплотиться нашему коллективу. Сила, обаяние и эрудированность. Такими качествами должен обладать участник конкурса «Жигит Султане». В конкурсе приняли участие 7 осужденных. Они с выражением читали стихи, демонстрировали свои ораторские способности и физическую силу. Данный конкурс посвящается 7 мая. Наши осужденные, получается, подготовились к данному празднику. Воспитательные работы идут среди осужденных. Получается, они проявляют активность, показывают, что стали на путь исправления. По результатам победители конкурса удостоены различных номинаций. Тамерлан Тлеубаев, Раинбек Бегужаев, служба новостей.